Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели моего сайта, канала в Ютубе, блога, других сайтов. И я, Фролов Юрий Андреевич, хочу продолжить мою тему по стихосложению, стихотворениям, которые я иногда пишу. Время очень мало у меня, но иногда вот просто находит что-то, и вечерком бывает, я стихотворение напишу, а потом его немножко корректирую и когда-то выкладываю. Стихи пока мои сатирического характера, о, скажем так, том, что я хочу показать в стихотворной форме пошлость, похабство, чванливость, как бы определенных личностей, особ и даже вот этот общий собирательный образ, так сказать, вот в среде здорового образа жизни, который в последнее время растет буйным таким цветом, как бурьян, потому что тема веганства, сыроедения, ЗОЖ вообще, она сейчас популярна. Многие люди хотят к этому примазаться, каким-то образом стать известными в этой области. И само по себе стать известными ничего плохого нет в этом. А вот чтобы стать, знаете, известными, ну как бы приманивая все теми же методами людей, которые ведутся на это, уводя их в сторону от главного и как бы вот, понимаете, приводя их совершенно на темную сторону жизни, это плохо. И я вот как раз стихами хочу это и показать. Мой прошлый стих был, назывался «Вау, веган-гуру». О таких вот гламурных дамочках, скажем, которые вот такие глупые блондинки стиль, да, типаж. А сегодня я хочу рассказать в моем новом стихотворении, которое называется «Мор Марана», о другого типажах дамочках, таких, знаете, вампстервах таких, таких умных заумных, которые, так сказать, что-то вот строят из себя таких мистически-магических личностей, чуть ли не гуру таких эзотерических знаний, учений. Ну и это очень интересно, любопытно, я за ними наблюдал, за подобными дамочками. И при этом они на сыроедении. Я бы, конечно, не обратил внимания на таких, мало ли таких в сети сейчас, очень много, но обратил лишь потому на эту так называемую Марану, кто слышал о ней, а кто нет, я сейчас поясню. Так вот, и потому что это очень такой, знаете, показательный образ. Я даже посмотрел много видео у нее на канале, чтобы понимать, что она из себя представляет, о чем она говорит, что она доносит до своих зрителей. Почему люди на это ведутся? Я, конечно, поражаюсь, что почему ведутся, и понимаю, какие люди какого типа могут вестись на это. Но часть этих людей может вестись на эти умозаключения, изречения этой Мараны, потому что они просто не все знают о Маране. Я же хочу с двух точек зрения, с двух не точек, вернее, а с двух разных плоскостей знания объяснить это с точки зрения стихосложения и с точки зрения определенного повествования о той стороне жизни, которую, может, не знают. Просто я не хочу, чтобы люди, как марионетки, велись на всякие уловки и порой велись на уловки тех людей, которые не совсем или не в полной мере, так я мягко говорю, являются теми, за которых себя выдают. Вот это очень важно. Я набросал себе на бумажке такие тезисы, как бы, чтобы не забыть, о чем я хочу сейчас вам сказать. Итак, что сейчас будет? Я расскажу, прям буду зачитывать, просто своими словами расскажу вам по вот этому плану о нюансах некоторых, касаемых Мараны. Потом, да, вы будете смотреть сразу в подтверждение моих слов изречений. То есть вместо того, как вы видите меня, сейчас будете видеть доказательства того, о чем я говорю. А то кто-то мне может не поверить, на слово даже. Вторая часть, это будет непосредственно стихотворение в конце данного общего видео, которое будет тоже интересным образом сопровождаться определенными картинками для наглядности. Итак, поехали. Продолжаем срывать покровы с этих самодовольных сучек. Про кого это будет, я сказал. Это новый типаж гуру, таких магическо-мистических маран. Я даже в группу выделил, назвав по ее, не пойму, кликуха это или что, потому что, естественно, это ее не фамилия. Конечно, кличка, которую она себе взяла еще до того, как вроде бы якобы она перешла на сыроедение, но поверим ей на слово, до этого, значит, Марана. А что означает Марана? Слово мор. Мор – моровое поветрие. Мор – это смерть вообще. Морг – оттуда производные слова.
так сказать, ну и так далее, сами можете дальше домыслить. Вообще, может ли нормальный человек, тем более, который говорит о каких-то там учениях, претендуя на духовность тоже, они же все на духовность претендуют, говорить о море. Меня зовут Кристина, и я ведьма. Такой магический, мистический взгляд. Такой, знаете, вот этот вот крашеный в разные красные такие цвета, вставление контактных линз цветных, такие под демонические личности. Вот это вот все, конечно, знаете, напускное что-то, то, что создают внешний образ, это, конечно, пошлость абсолютная, потому что человек разумный понимает без всяких телодвижений идиотских, без ужимок, морганий, миганий, без выкручиваний, без ломоты вот этой идиотской, понимает слово, доказательное слово разумное, произнесенное, отражающее мысль, тему какую-то, суть явления. Ну а вот эти ужимки-уломки, это когда не хватает мозгов или когда хотят, так сказать, на как бы стремлении современных людей все-таки к чему-то эзотерическому вести в сторону от древних каких-то действительно таких учений духовных, в сторону нужную этому человеку, паразитируя на этом, так сказать, вот умело, особенно если человек умело, а она умела, я сейчас объясню это дальше почему. Так вот, хорошо, ну, кто такая Марана? Давайте я расскажу. Во-первых, она о себе говорит, что она очень любит читать книги, она их прочла много, она там многое знает, поэтому она такой глубокий аналитик, что вот суется во все темы. А какие темы она суется? Начиная там чуть ли не как устроена земная оболочка и ось, картографические проекции, что космоса, понятно, нет, как сейчас такое мнение существует, господствует в определенных кругах, что Земля плоская, есть купол определенный, она даже дальше пошла, не только то, что ракеты пытаются пробить этот купол, и даже то, что не кто-то управляет извне, а именно даже те сущности, так сказать, разные, которые управляют изнутри нашей планеты, так сказать, здесь стоят уже за всеми иерархами, так сказать, да, за концептуальной идеологической властью, они тоже хотят туда, то есть даже слово «новизну» свою внесла в эту теорию, что они хотят тоже отсюда убраться, и поэтому, так сказать, вот пробивают эту, пытаются оболочку и так далее. О Ватикане, о том, как, так сказать, вот где, какие знания хранятся, все она знает. Более того, вам, дорогие друзья, скажу, что даже посмотрите, вот этот вот сакральный знак, какое всевидящее око на руке. Только вот вопрос возникает, а кому же тогда она служит, или какие знания она несет миру? Потому что всевидящее око, это, понятно, масонский символ, и недаром один человек даже написал ей в чате, вот это мы выведем сейчас тоже на экран, что Марана, мол, скажи, а что у тебя такое на шее, там за татуировка? Она говорит, это меня, как-то она сказала, посвятили это посвящение в масонскую там ложу, или как-то так вот она выразилась, не покажу, мол, это посвящение. То есть вот такая она вот магическая, оккультная Марана. Ну, хорошо, она, наверное, в высшей стадии, я думаю, посвящения, коль она вот учит людей проснуться. Интересно, она, значит, тут, скорее всего, оставила этот всевидящий ок. Это не фломастер, а это татуировка, уж точно. Вообще поражаюсь, какие... Ладно. А бабушка с татуировкой будет, с глазом таким, всевидящее око. О, магия, оккультные дела, хорошо, да, масонка высшей стадии. Кстати, она учит и как выйти за пределы восприятия, и, так сказать, про какие-то дизайн человека, архитектуру матрицы, ё-моё. И вот послушаешь, так посмотришь, думаешь, ну это просто полный вперед, трудно выразиться без нецензурных слов. Про какие там дизайн человека? Это что за бред дизайн? Да? Может, имеется в виду, конечно, может, что-то такое высшее, то, что я не могу понять. В попытке познать себя мы рано или поздно приходим к тому, что наше тело является аватаром, очками виртуальной реальности. Скулы выделяет себе, вот этот тоненький крысиный подбородочек, скулки там вот разными, есть такие, я не знаю, как эти термины называются, помад, мастик, ну как это правильно назвать, я уж извините, не знаю, когда выделяют такой носик, вот эту тонкую полосочку, в общем, магии напускать, ну это же пошло, пошло, потому что бескультурно, безнравственно, безыдейно, бездуховно, вот это, само по себе к духовности вообще отношения не имеет. А если ты хочешь донести до человека какие-то знания, то, как я в стихотворении говорил, моргания не нужны кривляния.
что разумному достаточно лишь слова правды, доказательств, а быдлу нужно подавать со словом образы сношательств. Это цитата из моего стихотворения. Ненавижу этих тёлок размалёванных. Поэтому вот эти все ужимки, ноги задирания голые, там вот эти вот, там вот такие вот всякие движения, такие вот, это что такое? И ещё кто-то пишет под, вот где-то в чате, ой, какая ты сексуальная. Я, извините, но вот таких мужиков, если так можно это назвать, называют членорылами, то есть которые ведутся на... Слушай, если тебе нужна сексуальность, ты можешь порнофильмы смотреть, там ее полным-полно. А если ты что-то там о духовном, о здоровье, о духовном, какие-то эзотерические моменты, то сексуальность здесь вообще ни при чем. А те, кто по-другому не может или не хочет почему-то донести знание, какую-то информацию, которую надо от разума к разуму воспринимать, а не через сиськи голые или пошло намазанные ужимистые рожи, то вот тогда я не знаю, что это за человек. Так сказать, я просто поражаюсь вот этому, потому что это, ну, это, не, это аномально, это аморально. Ведет себя как тать. Вот, ну, тать это, кто не знает, это так, такой, как покойник, смерть, как зомби такой, ну, знаете, как вампир, как более правильно надо сказать, да? Тать такой вот. Вот это вот надо напустить что-то, нечто среднее между Эмма и каким-то готами такими с... добавлением такой нереальной косметики, уводящей в мистику, напустить какие-то круги мерцающие, там в спираль уходящие или что-то такое, Млечный Путь там красочное добавить, чтобы мистицизму напустить, свечи зажечь какие-нибудь, еще что, я просто поражаюсь. Да, чуть ли не пророк, не мессия прям пришла, она тайну открыла, что оказывается и кура, и яйцо возникли в раз одновременно, понимаете, в чем дело? А то, как она говорит, все, что раньше... Кто-то яйцо, кто-то курица, да дураки, мол, все одновременно. То есть она о законах мироздания вам все расскажет. Только надо вникать, выполнять ее вселенские заветы. И лишь тогда и найдутся у нее на все вопросы долгожданные ответы. Понимаете, в чем дело? Теперь давайте немножко про ее историю. Я порылся и посмотрел. Не пожалел время, потому что, знаете, это не просто потому, что вот это Марана, а потому что это вот образ такой... Особый образ. Я хочу по этим образом, всем вот этим пройтись и как бы тему эту закрыть, да, потому что мне делать нечего, но не могу не пройтись, это такой целый пласт. И вот я посмотрел, она, конечно, много чего поудаляла, но есть группы, которые я никогда обычно не верю и не ведусь на всякие там разные, когда человек пытается чернить, ну, мало ли, люди имеют на это основание или нет, я же не знаю. Но есть вещи, которые абсолютно объективны. Ну, например, которые подтверждаются фотографиями, которые люди готовы доказательно объяснить. Ну, например, вот оказывается, она была чуть ли не замужем, или не замужем, а как сейчас girlfriend называется, некого Рапаева, который, кстати, интересный тоже товарищ, вроде он как праноед, хотя есть фото, где он с таким отвисшим брюшком, у моста где-то там стоит в Таиланде. Так вот, они что-то там мутили с квартирами, когда были вкладчики, которые готовы были, ну, чтобы дешевле купить в Таиланде квартиры, я так понимаю, на территории Украины и России она это промышляла, они, вернее, она ему помогала, она мастер NLP, технологий, вот это вот, разные фотографии, их полно, где у доски, там, объясняя там людям, читая лекции, ну, вот. И люди отдавали деньги, чтобы дешевле купить квартиры. Как потом выяснилось, это пишут люди, обманутые вкладчики, как это сейчас говорят, уехал этот Рапаев, сбежал. Даже, я уж не знаю, там, кинул ли он Марану или нет эту, но, по крайней мере, и вот люди некоторые создали группы такие, обманутых вкладчиков, и подробно все это изложили. Я, конечно, не подробно все это смотрел, но просмотрел. И действительно это поражает, просто насколько, если это правда, а скорее всего так, я не утверждаю, но скорее всего это, конечно, полное бесстыдство. Значит, что касается, что там интересного я нашел, увидел. Ну, во-первых, фотографии, где-то Марана курит. Причем, обратите внимание на эту фотографию, как она курит, что аж нижнюю губу отклянчивает. Поза такая фотографическая для гламурных, типа а-ля, да, журналов, типа как такая, знаете, шлюха там, такая, ну, чувственная проститутка такая отклянчила. А что, скажете, не так? Ну, тогда посмотрите, какие образы она в своих картинах. Она же еще типа художник, что-то там малюет. Например, такая картина известная, ну, название запомнил, как «Чумной доктор».
И вот она там, как, потому что она себя, она там похожа, ее образ, как она ему там сосет, извините, вот этот клюв, маска, ну, такой птица, типа, да, вот, использовали в средние века. И вот она там заглатывает аж чуть ли не до середины. И живописец она, и лектор. Я вот думаю, чуть ли, может, не поэтесса еще. Ну, ладно. Главное, что она такой великий еще и живописец. Да. Вот такие миру явила картины. Изучите их. Кстати, если будут психоаналитики, психологи, но не такие, как Вероничка, конечно, а нормальные, то посмотрите, что это значит. Мне было бы интересно услышать мнение психиатров. Я так полагаю, о многом они говорят, о человеке показывают. Кстати, у нее есть такая очень сильная, важная, я думаю, духовная тема, которую она поднимает. Можете посмотреть на обложку ее видео. Она называется, она так, «Глотают ли сыроедки?». Видите, какие глубокие вопросы поднимает в свое время. Достоевский, например, поднимал очень много глубоких вопросов. Ну и Марана тоже поднимает очень глубокие вопросы. Безумно вас мучает вопрос, глотают ли сыроедки? Да безумно мучает, безумно. Ждем. Это вопрос этики, конечно, да? же. Но учитывая то, что есть такое направление, как... Как глотание? Всеядное сыроедение, так. которое включает в себя употребление сырого мяса, сырой рыбы, типа севиче, карпаччо. Да, кстати, запомните, она про этику там сказала. Сашими и так далее. То, конечно, учитывая, что сперма сырая, это не противоречит этическим нормам сыроедения, и сыроедки могут глотать. Да. Единственное, что я бы не рекомендовала глотать сперму мясоедов, потому что вы подселяете в себя патоген. Поэтому, вот если вы целовались с мясоедом, не удивляйтесь, что у вас пару дней вас может колбасить и вас может тянуть на всякую нездоровую пищу. А я-то думал, что... Говоря о таком вопросе, касаясь этики, вообще-то нормально, уж если бы сказала она, было бы еще хоть как-то понятно, хотя про такие вещи приличные люди вообще не говорят, и про это вообще говорить, это я не знаю, кем надо быть, но тем не менее, что с мужем и женой как-то, а то с мясоедом, то есть, значит, можно с разными, да? То есть она считает, что нормально с одним, с другим. Нет, но для клубной жизни, разумеется, вот этой всей развратной, которую она вела, это, естественно, нормально. Только это ненормально в плане вообще человеческом, в плане этическом, в плане нравственном, культурном, в плане этики, семьи и вообще устройства, так сказать, жизни рода, народа, государства. Это ненормально. Вот такие дела, мои любимые малыши. Так что, да, это очень интересная и очень глубокая тема. Да, я вам желаю понимать. Да, понимать. Ладно. В общем, эта тема действительно глубокая, с этим никто, наверное, даже спорить не будет. Вот, значит, вот у мясоедов, понятно. Да, а так вообще можно, так сказать, если они сыроеды, то можно и глотать, и, так сказать, у разных там сыроедов, и это тогда нормально. Такое она дает хороший этический, духовный, я бы сказал, совет. Боже мой, дитя, ты тусишь дико, да ты не знаешь, что такое тусить. Оказывается, вышло 21 ноября 2017 года, ее вот это мне скинули ребята, бухают ли сыроедки, вот сыроеды, вот такое вот обращение. Я скажу в целом, что говорит-то правильные вещи, что алкоголь вреден, что не надо пить, что... Но суть в чем, почему я это решил кусочек ставить, а то скажу, что я после того, как вот она рассказала и про эти ее тусовки клубные и так далее, только после этого стал и говорить. Нет, значит, я уже потому, какой у нее внешний вид. Она не избавилась от своих, понимаете, вот этих пристрастий ментальных. То есть ее стиль общения, ужимок и так далее, он все вот этим клубным и остался. Ну давайте послушаем, я прокомментирую. Они считают, что они тусят. Вы бухаете, дети, вы просто алкаши. Это она как бы к молодежи обращает. Бухают ли сыроеды? На мой взгляд, большинство сыроедов пришли к такому образу жизни по большей части из-за того, что мы, в принципе, все в этой жизни уже видели. Ну почему это так? Я, например, никогда в жизни не употреблял ни грамма алкоголя, естественно, не курил, ни в какие клубы поганые не ходил. Или как раньше это было, дискотеки. А, естественно, не развратничал и так далее. Почему это все? Не все. Серьезно. Я не понимаю, как я выжила. В моей жизни было так много тусовок, что иногда вот было начинается в одной стране, а заканчивается в другой стране. Да, ну в это верится охотно. Собственно говоря, это и понятно по тем фото, что я нашел в
контакта. Кстати, нашли мы это, я нашел гораздо раньше, то есть там до того, как вышло это видео, ну где-то за месяц. Вообще, я скажу вам так, дорогие друзья, я где-то в июне, нет, июле часть первого стиха вот про Марану написал, а потом дописывал, времени у меня не было, что-то в августе, что-то в сентябре, но в общей сложности ушло у меня где-то часа 3-4, но просто факт в том, что все это написал, все это у меня пришло на ум от просмотра видео про эту Марану, которую я смотрел до того. И вот уже, когда был весь ролик практически данный смикширован, практически, мне пришло вот это сообщение посмотреть это видео вот сейчасшнее. И я посмотрел, просто поэтому дописку делаем в это видео, в моё. Все правильно. Далее, точнее. Так вот, я вот, скажем так, обращаюсь к таким подобным Маранам. Это как образ я беру, да, безусловно, не как конкретную личность. Вот это все смыть, вот это все убрать, то, что не твое, вот это вот неестественное, и доносить информацию, вот как есть, от разума к разуму, от души к душе. Но вот все, что связано с всякими такими образами, как это сейчас говорят, сексуальными, это к разуму и к информации жизненно важной, разумный, не имеет никакого отношения, более того, это диссонирует. То есть это совершенно несопоставимые вещи, не связанные друг с другом, а противоположные. Потому что вот этот развратный образ для разврата, ужимки-повадки для привлекания внимания. К чему? Как к самке. То есть это все вот досталось как раз, и не может она в себе побороть, с прошлых тусовщических вот этих вот своих похождений. Я представляю, что там только не было. Как она даже говорит, это понятно, люди не все говорят, как правило. То есть можно себе только представить. А это можно было, кто-то может представить только потому, когда увидит видео или фото. А я не понимаю, почему же люди такого, я не знаю, почему непонятно, когда просто увидишь, что из себя человек представляет. Достаточно 5 минут, это максимум. Посмотреть, что и как человек говорит, как он выглядит, какие мимики, жесты там и ужимки, и все вообще ясно становится. Вот лично мне абсолютно не понимаю. Поэтому я фактически то и предсказал, что есть на самом деле, не видя, вот даже не слыша это ее выступление. Ну ладно, продолжаем дальше. По сути, переходим к следующей части моего видео. Кстати, вот помимо тех фотографий, где она с сигаретами курит, уж не знаю, курит она сейчас или изменила свое мировоззрение, хотя она и тогда была Мораной, и сейчас она тоже Морана. Ну, а то, что она у шеста там крутится, как последнее это, с шлюхами какими-то тайскими фотографии там, да, сидит, конечно же, оказывается, она знает этих, я их называю плеядями, это такие глупые блондинки Барби. Я их называю Барбия. А вот та самая Аматуя. Почему, знаете, совпало, как интересно. И Мараны родом из Одессы. И Аматуя с ее там подругой, другой плеядью из Одессы родом. Вот. И Рапаев этот, кстати, который почему-то граф. Я просто поражаюсь. Граф. Он родом из деревни какой-то, из Одесской где-то области. И вот он типа графом себя почему-то называл. Многие об этом пишут. А она, ну, типа графиня. Графиня родом из Одессы, хорошо, конечно. Вот, и, значит, вот с этими плеядами. Почему плеяди? А про это будет мой 4-й стих. Вот это мой 3-й, который называется «Мормарана». Вот этого типа плана про всю эту тусовку около сыроедную, веганскую, зожевскую. А вот она, значит, не только родом из Одессы и графиня, да, но и... Значит, вот специалист по таким NLP-технологиям, как я понял. Почему только вот из Одессы, вот я думаю, столько всяких вот таких интересных фигур оригинальных? То ли они по наследству Остапа Бендера, по завещанию пошли, как бы духовный учитель, может быть, в какой-то мере. Что ж такое там творится в Одессе? Ну ладно, теперь про деньги. У нее есть такой видеоролик, где она говорит о деньгах, что на что бы вы пошли за деньги. Вот посмотрите, как называется он. Так вот. Что значит, на что бы вы пошли? Она там развивает такие интересные мысли, как то, что не стройте, мол, из себя. Каждый за деньги готов совершить что угодно, вопрос только цены. У каждого есть своя цена. Она выводит там такие закономерности, как ей кажется, что деньги это чуть ли не духовность, эквивалент. И даже комментарии тех, кто тоже рад оправдать
жажду к деньгам, просто именно не к цели идеи какой-то через деньги, посредством деньги как инструмента, а именно к деньгам, это поймите, разные вещи. Так вот, она прямо там выводит такую мысль, что и я даже, да, а убить вы готовы за деньги? Мол, да готовы, смотря как у каждого своя цена. Я вот тоже готова, только моя цена слишком велика, так сказать, потому что я, понятно, такая вся из себя. Вот это очень интересный показательный момент. Посмотрите, кто вот все про нее там. Вы целиком воспримите то, что вот по кусочкам я собрал. И ради денег мы с вами готовы на все. У каждого человека есть своя цена. И если кого-то невозможно купить, то его можно продать. За сколько вы готовы убить человека? У всех есть цена. Вот сколько стоит ваша совесть? А у моей совести, я полагаю, тоже есть цена. Я не буду врать и лукавить и говорить, что нет, меня нельзя купить. Просто я стою дорого. А вот сколько, ну, я не знаю. Пока не предлагали столько, чтобы я согласилась. Да, теперь вот эта вот манера паскудная у многих такая сейчас пошла. Меня прям это страшно, конечно, бесит. Вот подумайте, кто начинает в таком же стиле, ну, на кого вы похожи? Вот это скороговой фальцетом там ускоряют видео. Вот такое вот, это же паскудно. Это просто так погано слушается. Это вот просто по морде дать хочется, вот честно говоря. Ну, это просто невыносимо. Вот такое вот строй. Зачем ты себя выкаблучиваться так низко? Какая гадость. Перед тем, как снимать это видео, я отослала. Я не понимаю, как это можно питаться только фруктами и овощами? Ну как? Как это возможно? Кайфовать от шпината? Ну давайте тогда на эту тему, может быть, послушаем уже стихотворение. Кстати, я надеюсь, что вы по прослушиванию уж поймете, да? Кто что-то видел в ней, пытался найти такое, как учителя каких-то, обладающих высокими какими-то тайными оккультными знаниями. А я скажу, откуда эти знания. Ну, она просто интернет смотрит, лекции кобовцев, начиная там, может, от Ефима Петрова Зазнобина до каких-нибудь, так сказать, все, что сейчас про плоскую землю, как там у Ватикана стоит, так сказать, вот этот глобус разрезанный, где там внутренняя часть Земли и прочее, прочее. Там. И вот все вокруг этого информацию найти несложно. Время у нее есть, она не работает, не трудится, понятное дело. Как она говорит, наверное, что она женщина такая, мужчина должен, это, конечно, хорошо, вот, это хорошо, это правильно, конечно, мужчина должен, безусловно. Вот. Но дело в том, что время-то есть, как я понял, детей нет. Она, кстати, кто-то там написал, что она прям, вот я боюсь, только ошибусь, здесь не хочу, ненавидит она и ненавидит, но детей нет и типа не хочет. Тоже показательный момент, если это правда. Ну, по крайней мере, про материнство или что-то она там абсолютно не говорит. Да, и, кстати, посмотрите вот эти истошные звуки. Рауфак! Рауфак! Вот эти. Рауфак! Фак-фак, вот это то, что она там. Посмотрите, что Рауфак! Ну, это что такое? Учитель духовности? Это как бы о культуре, о возвышенности какой-то, что ли, говорится здесь. Или она хочет донести это. Рауфак! Это что такое? Это вот паскудные рейверские и остались вот эти замашки. Что значит фак? Понятно, что этот фак не тот фак, про который как бы, да? Но говорит она этот фак именно так. Ей приятно вот эти ассоциации больные. Ей хочется вот это вот, чтобы, так сказать, про вот эти извращения, как бы все это вы... Это ее нутро просит. Потому что иначе бы вот этих истошных поганых звуков и вот этих вот таких ассоциаций она бы не давала людям. Банан мне в смузи. Cruelty free. Что? Ausweis? Не понял. Загран. Ausweis. А по-русски нельзя? Это что это за... Вот тоже меня это просто страшно бесит. Эти паскудные замашки. Это тоже оттуда все. Из этой преклонения перед Западом и так далее. Это что это за Ausweis, блин? Ты где находишься? В России или где? Что это за вот эта вот гламурность такая, вот это вот сочетать, так сказать, русский язык с какими-то словечками иностранными? Это просто звучит, но это пошлятина. Ну, в общем, понимаете, в чем дело? Меня просто страшно бесит человеческая глупость и пошлость. Глупость тех, кто все это смотрит и за чистую монетку, и хочет что-то в этом увидеть действительно магическое, высокое, какие-то там тайные знания увидеть или знаки, или подражать, не дай бог, такой, такому образу. И бесит то, что есть такие наглецы, которые пользуются глупостью человеческой, заработать хотят себе славу, так сказать, на том, ну вот чем как минимум ты не являешься.
Да, вот. И уж про какую-то духовность там и так далее. Как она выкаблучивается, когда там сыроедные какие-то, ну, там помидоры с клубникой она наложила себе и ест. И вот эти... Вот, ну это же пошло. Пошло. То, что пошло, не можно и не должно воспринимать как норму. Это просто противоестественно. Ну, теперь, дорогие друзья, давайте так. Значит, смотрите мой стих. Первый большой, «Ода фалафелю» назывался. Юмористическое стихотворение было 100 строк. Прошлое «Вау, веган-гуру» 60 строк. А это между ними 80 ровно строк получилось. Ну, приятного вам просмотра. Размышлений вам глубоких в процессе. Я думаю, советую вам даже дважды или трижды посмотреть. И глубоко подумать, потому что, ну, не все люди с первого раза все могут глубоко проанализировать. Ну, полагаю, вы сможете. Ну что ж, дорогие друзья, теперь приступим к стиху непосредственно. Итак, стихотворение «Мор Марана». «Есть дамочки, как куклы, а есть, как стервы вам с картинки. Одни косят под магов, другие просто глупые блондинки. Но речь сегодня про особу, читавшую буквально все, от Библии и до Корана. Знакомьтесь, перед вами мега-гуру! Во всей красе блистает чернокнижница Марана. Ресницами ажурными хлопки, ужимки блестких скул попеременно. Она открыла миру тайну, что и кура, и яйцо возникли в раз одновременно. Богиня, жрица высших сфер, самим Еговой награжденная, сакральный знак на шее и всевидящее око на руке, в масонской ложе посвященная. Таким не грех заняться и дизайном человека, ну а потом архитектурой матрицы. Но несмотря на эти космосферы, не забывает о своей груди и заднице. С такой богатой мимикой, тщеславием, мастерством и навыком кривляния приятно ощущать себя великой жрицей и заниматься дураковалянием. А вы должны вкушать, вникать, учиться, выполнять ее вселенские заветы, и лишь тогда найдутся у нее для вас на все вопросы долгожданные ответы. Неужто Мессия, пророк, опустилась с небес? Она же Валькирия, Мара и Лада. А может, откроем глаза и увидим уже простую посланницу ада? Ну, а посланцы нынче дружно в ЗОЖ пошли. Оккультное привить и научить веганов. Ведь надо же проснувшихся людей заворожить, увлечь и превратить в баранов. На то и был расчет, что, оторвавшись от вчерашнего дурмана, прозревшие, желая мир постичь, непаханное поле для обмана. Но она решила рассказать до времени сакральные загадки миру о том, что нами уж давно втихую управляют рептилоиды с Нибиру, о том, что в наших недрах есть, и как устроена земная оболочка, и даже про Луну, Венеру, Ватикан ей надо лично и во всем поставить точку. Она расскажет и про то, как выйти за пределы восприятия, и как избавиться от внеземного и возможного проклятия. Познания велики, поистине огромны, колоссальны. Вот были б только зрители глупее и к отуплению себя лояльны. Тогда и дело скоро и легко пойдет, и затруднений, как с Таиландом, прежде у нее не будет. А то, что люди сами не снесут, она с такими силами из воздуха, из-под земли добудет. А чтобы адептов недалеких набирать было сподручнее и спокойней, всего лишь надо ноги задирать повыше и поголенней. Для начинающих таких оккультных магическо-мистических маран я дам совет, как мега-гуру для дебилов стать, даже не летая на Уран. Стать гуру несложно. Ты вникай, смотри. Взять чужие мысли, выдать за свои, только нужно ловко все перемешать. А потом помпезно в блоге рассказать. Ну а если будешь выглядеть как тать, да еще вертеться станешь ты как блять. И к оккультным фразам ты прибавишь вид, для тебя одна дорога в гуру, а затем в воид. Но зато часть паствы сразу ты найдешь.
На вертлявых тёлок нынче спрос падёшь. Как самой не стыдно, значит, потеряла. Честь давно и совесть тоже, но зато глотала. А что она с Рапаевым с квартирами в Таиланде там творила? Как мастер НЛП она людей изящно и легко дурила. Курила смачно папиросы, с плеядями тусила. Крутилась вдоволь у шеста, вертела жопой в злачных заведениях Бангкока и удалила эти два поста. Ее пленяют лавры живописца, лектора и даже, может, поэтессы, сию Марану, знатную графиню родом из Одессы. В общем, понятна вся ее высокая идея, и ясны ее реальные желания не благо в мир кому-то там нести, а в праздности и роскоши цвести на подаяние. А что до высших сфер и до ее учительской возвышенной духовности, откуда ноги, так сказать, растут, на то имеются особые подробности. Марана деньги просто обожает, а они свободой пахнут, я дословно фразу привожу. За них я и убить готова, только вот цена моя большая, ведь я свободой дорожу. Да, впрямь достоинств тьма, самооценка выше всяких фраз и шкал. Вот только не снимай с себя Марана, мудрёный взгляд и фирменный оскал. Побольше сисек, поз и губ, сейчас на это малолетки и тупицы очень падки. И потому ей хочется кривляться и моргать, и шлифовать свои вульгарные повадки. Понятно, но скажу я ей, чтобы донести до человека знания, моргания не нужны, и не нужны кривляния. Разумному достаточно лишь слова правды, доказательств. А быдлу нужно подавать со словом образы сношательств. Но они не только существуют в порнофильмах визуально. Такие образы теперь везде, куда ни глянь, хоть по ТВ, в сети. Но это аморально. А то, что аморально, не пойдет на пользу никому, как ни шлифуй свою подачу. Да, все попытки совмещения пошлости с духовным всегда обречены на неудачу. И кто желает соединить в себе достоинство и вызывающую порно-внешность, тот у порядочных людей не может вызвать интерес, а лишь брезгливость и потешность. Как ни выкручивайся, не ломайся, как ни пищи скороговоркой и фальцетом, нормальный человек в минуту распознает в хитреце дельца с фальшивым выигрышным билетом. А посему давайте без прикрас, без поклонения этим гуру и самообманам избавимся, товарищи, от всевозможного оккультного, гламурного дурмана. Давайте прекратим подпитывать бесстыдство, пошлость и похабство, иначе скатимся мы к своему стыду в ментальное безумие и рабство. На этом все. Сей стих закончен, но вся тема в целом не закрыта. То не конец, друзья. До новых встреч в стихах. Моя душа для вас всегда открыта. Всего самого лучшего, дорогие друзья. Оценивайте.